Сегодня женитьба – это одна из самых трудных мероприятий в жизни человека. Трудна она потому, что нужно расходовать немалые средства на Колым, еще больше на проведение мероприятия, постройка домов, обустроение люксовой мебелью. Но наши братья и сестры, у которых нет возможности сыграть свадьбу такого уровня, делают долги, боясь мнения окружающих. Если их спросить, почему вы так делаете, они отвечают, что у нас адаты такие. Но, дорогие мои друзья, возникает вопрос, почему мы усложняем себе жизнь? Почему на нас так влияет людское мнение? Что ради этого мнения готово противоречить нашей религии? Почему у нас все решают женщины, у нас мужчины стали слабыми, или женщины потеряли контроль над собой? Над этими и другими вопросами нам сегодня необходимо задуматься, дорогие мои друзья. Каждый должен задавать себе вопрос, какую религию ты исповедуешь. Разве человек не должен всеми своими силами показать, что религия ислам – это религия мира и добра, а не насилия над собой? От Аиши передается, что посланник Аллаха, мир ему благословение, сказал, самый превосходный никах в плане бараката – это самый легкий расходах. Также говорится в хадисе нашего любимца, пророка, мир ему благословения. «Никах – это моя сунна. Кто отказался от моей сунны, тот не из моей общины». Давайте же, дорогие мои братья и сестры, будем следовать сунне пророка, алейхиссаляту вассалям, а не будем следовать за какой-то адатом. Да поможет нам Всевышний Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.